поезда на сцену. 5 дней фестиваля стали для танцующих светлячков настоящим испытанием на прочность. В результате танцевального марафона 5 кубков и диплом. Очень волновались, готовились. Перед самым поездкой занимались каждый день по несколько часов. Конечно, это было утомительные такие репетиции. Но сейчас, когда все позади, когда такое успешное выступление, все ребятки даже понимают, что все мы правильно сделали. Хорошо подготовились, хорошо выступили. Всего на фестивале собрались более 500 участников из России, Украины, Молдовы. В номинации «Народная хореография» младший состав ансамбля «Светлячок» занял 2-е место. 2 курганских трио юношей и девушек взяли бронзу. В дипломантке 2-й степени вышла Мира Габидуллина, а солистку Дарью Жмакину признали лауреатом 2-й степени. Мне больше всего понравилось, запомнилось выступление, какие там были соперники. Соперники были очень сильные и даже занимали гран-при. Голос звучит, как чистый ручей. Судейская команда отметила красивый и проникновенный тембр Антонины Чепкасовой и отдала ей 1-е место. По словам девочки, она была уверена в своих силах, но запомнилась не только победа, а еще знакомство с Одессой и отдых на море. Мы после выступлений, и когда уже кубки получили, грамоты, мы пошли гулять по побережью, ходили, играли. И пили газировку из кубков. Впереди поездка в Болгарию. Председатель жюри Бедрос Киркоров обещал пригласить курганских звездочек выступать на своем 75-летнем юбилее. Марина Колпакова, Кристина Волковинская, Денис Мазин, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».